Партактив «Единой России» Серпухова продолжает вручать многодетным и нуждающимся семьям рюкзаки с канцелярскими товарами в рамках акции «Собери ребенка в школу». Секретарь Серпуховского местного отделения партии, глава округа Сергей Никитенко, его заместитель Татьяна Орлова вместе с депутатом Московской областной думы Татьяной Корзубовой и депутатами городского совета, членами фракции Николаем Пушкиным, Сергеем Вольховским, Владимиром Барминым вручили юным серпуховичам портфели со школьными принадлежностями и подарками. Серпуховское местное отделение «Единой России» пришла на встречу семья Мартовецких. Мама Марина вместе с дочерью и сыном. 14-летняя Ангелина сейчас на домашнем обучении. Любит рисовать и с нетерпением ждет начала учебного года. К тому же ее младший брат пойдет в первый класс. До Дня знаний остались считанные дни. Миша ждет с нетерпением встречи с первым учителем. И вот такой подарок очень даже кстати. В рюкзаке есть почти все, что нужно для учебы. Тетради, цветная бумага, пенал, карандаши. А на память еще сувенир в виде символа нашего округа. Это символ Серпухова. Нашему городу. Он очень древний, старый, ему 685 лет в этом году исполняется. Да, правда, да, цифра большая, да? Это тебе на память, а это символ нашего города. Держи. Мама Марина, в свою очередь, благодарит за добрые отношения. Такая поддержка для семьи всегда кстати. Юная Ангелина радуется набору для учебы и творчества. Встреча прошла очень тепло, душевно, мне очень понравилось. А депутат Московской областной думы Татьяна Корзубова с радостью вручает рюкзак 7-летней Анфисе Бугорской из многодетной семьи. Самое главное в этом портфеле, кроме красок, альбомов, карандашей, пенала, тоже смотри, видишь, какого нежного цвета, самое вот эта книжка. Эта книжка «Серпухов. Путешествие по времени». Здесь в сказках написана история нашего с тобой города. Анфиса воспитывается в большой дружной семье. Кроме нее у родителей еще четверо детей. Поэтому она мечтает, когда вырастет, стать воспитателем. Я желаю тебе быть внимательной, быть послушной, учиться хорошо, на пятерке, ну и обрести новых хороших друзей. По словам многодетной матери Ирины Бугорской, рюкзак с полным набором канцелярии – самый нужный и полезный подарок в преддверии учебного года. Про нас не забывают уже хорошо, я считаю, честно говоря. Ну как-то к подаркам приятно относиться. Тем более первокласснику, как бы мы должны сами, да, покупать, и вдруг тебе вручают. Здорово. В преддверии учебного года в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей глава городского округа Сергей Никитенко и его заместитель Татьяна Орлова встретились с бойцом спецоперации Евгением и его семьей. Во время встречи Сергей Никитенко подарил дочери военнослужащего памятный подарок и пожелал успехов в школе.